Рубрика «Внутренний кофе» с Богданом. Доброе утро, дорогие телезрители. Спасибо, студия. Не зря носит звание орденоносной. Первой орденоносной рубрики в истории оригинальной телевидения. Просто не устает рассказывать о красноярцах, которые удивляют мир. И один из них — это Игорь Пахабов, который собрал собственноручно живую, настоящую, немножко миниатюрную модель настоящего, у меня просто не поворачивается по-другому, значит, это произведение, как только настоящее. Зашел и сразу захотел сесть за руль. Феррари, какой это модели, Игорь, рассказывайте, и из чего он собран? Это Феррари. Ой, у вас же есть микрофон. Да, конечно, у меня есть и микрофон. Ну, это Феррари прошлого года действующая, то есть модель, правда, она не выиграла ни одной гонки. Ну, ничего страшного, может, в этом году победят, как бы. Ну, вот постарался сделать полную копию из картона, то есть это полностью бумажная модель, обклеенная только пленкой, пленка, которая реклама, обклеивается. Ну, металла здесь вообще практически нет, только одна труба сзади, задняя ось и все, чтобы была попрочнее чуть-чуть машина. И обратите внимание на детали. Здесь и специальные желобки, которые учитываются при проектировке таких автомобилей. И здесь Игорь продумал и вот эти вот, что это? Подвеска. Подвеску. И очень детально проработано. Закрылки. Да, закрылка. Посмотрите, здесь даже есть руль настоящий. И обтест-драйвила уже ваша дочь этот экземпляр. Ну да, я первоначально рассчитывал под нее сделать. Она просто чуть-чуть не подошла. Ну, если снять, допустим, защиту шеи, да, она уже помещается. То есть я, правда, хотел еще ремни сделать, но пока не получилось. Воспитывает будущую покорительницу Формулы-1. Игорь, я, насколько знаю, сообщали вы и средства массовой информации о том, что нашел отклик вот этот экземпляр у гонщиков с мировым именем. Расскажите телезрителям об этом. Да, когда я делал эту модель, я попросил там некоторых гонщиков или близких к Формуле-1 людей ретвитить или там сделать шер. Как бы, и вот отозвалась только вот гонщица, тест-пилот Рено Кармен Хорда, и она сделала ретвит, и после этого машина получила популярность в Великобритании, так как там очень любят технические виды спорта, и там это очень развито. И вот эту, так сказать, модель оценили высоко британские блогеры и те аналитики, которые делают технический обзор на Формулу-1. И они писали вам: «Оу, Игорь, it's incredible, it's wonderful, oh my god, what is it?» Да, они писали: «Картон!» Да, карбошт. И, crazy detail от машины, то есть очень по-сумасшедшему проработано, как бы, получается. То есть вы подошли как чопорные англичане к этому, ко всему делу, и не остановились на том, чтобы здесь так и сойдет. Потому что действительно модель насколько от масштаба, от размера реальной модели отличается? Это модель в масштабе 60 центов. То есть именно такого масштаба используют машины при конструировании, при продувке в аэродинамической трубе. То есть уже можно представить, какими они работают размерами. Спасибо большое, Игорь. Надеюсь, что в будущем нас удивите не одним экземпляром подобного характера. Обратите внимание, что у Игоря такая есть маленькая коллекция Феррари. И на этом полуавтомобильная рубрика «Внутренний кофе с Бигдена» делает крутое пике хорошего настроения и на полном газу врывается в четверг 2 февраля с хорошим настроением, несмотря на то, что день сурка, спать не надо, бодрячком, как Марина и Саша в студии. Вам слово передаю.